Как ты у меня? Первый день, новая школа, нервничаешь? Я в тисках безнадежного отчаяния, и ничего в жизни меня не радует. Ты где такого набралась? В рекламе золота. Очевидно же. В моем йога-центре есть такой парень. Я всего полгода как разошлась. Ой, у меня день рождения. Давай тебе... Ну ладно. Привет. Разрешите вас угостить? Угостить? Со льдом. Вы не покажете свои документы. Держите. Кстати, алкоголь мне уже можно? Мне тоже. Наверняка. Вечно я выкидываю что-нибудь в день рождения. Все чудят в Новый год, а я в день рождения. На всю прям... А потом возвращаюсь на землю. Ты ее постирала? Извини. Просто когда загружала машинку, увидела... Да я с 5 утра на ногах. Поторапливайтесь, девочки. Вы почему дома? Бабуля же повезла вас в школу. Ты чего это? Да что... Ой, кошмар. Большое спасибо за все, миссис... А ты кто? Приятные парни. Намасте. Я ты. Но без гроша. Я им и предложила пожить здесь. Пожить? Попробуй к этому отнестись, как к некоему приключению. Итак, ребята, главное не наступать на пятки друг к другу. Я это заберу и спущу в унитаз. Твой бывший муж, похоже, сумасшедший. Упустить такую, как ты. Мне 40, ты в курсе? Я примерно так и думал. Господи, ты тоже его видишь? Зачем ты приехал? Ну, наконец-то, у меня голова кругом. Он из этих? Мама! Доброе утро! Папа знает про пьесу? Ты на премьеру останешься? А когда она? В пятницу. Я скучаю по нам. Попробуем еще раз. В 25 лет ты принимаешь важное решение, которое повлияет на всю твою жизнь. Я бы сказал, ты отлично справляешься. Ну все, за стол. Мы все справимся. Пока. Доброй ночи. Ну все.